Накануне Дня памяти святого покровителя Симбирской земли Андрея Блаженного в рамках выпускного вечера учащихся епархиальной школы тележурналистики «Мост» состоялся премьерный показ фильма «Андрей Симбирский. Выпускная работа студентов». Сценарий к нему написала выпускница Анастасия Лакаева. Все хорошо, удачно складывалось. Например, у нас была одна актриса, да, мы не знали, каких форм и размеров она, и было одно платье. И когда совместили платье и актрису, оказалось, что идеально подходит, просто как по ней шито. И таких случаев было миллиард. То есть нам нужно там, чтобы была печка в музее и стол, на который можно опираться. Есть печка, есть стол, еще там окно открывается. В общем, все складывалось очень, слава богу, за что слава богу. В фильме были задействованы не только учащиеся школы, но и актеры молодежного театра и драматического театра города Ульяновска. Первыми фильм посмотрели актеры, принимавшие участие в съемках, журналисты и преподаватели школы. Он защищает нас от врага видимых и невидимых. Как же ты заступишься, если ты жил 200 лет назад? 200 лет назад. Также итоговыми работами выпускников стали сюжеты о жизни молодежного патриотического казачьего движения «Святыч», промо-ролики о православной молодежи Симбирска, этюды о барском, сюжет о влиянии музыки на мозг человека и ролик о проекте «Сказки из кармашка». Сегодня ребятам я уже сказал, что мы с ними ни в коем случае не прощаемся, мы будем работать и дальше, и я надеюсь, что именно эти ребята привнесут новое и в мир церковной журналистики, да и просто в общественную жизнь нашей области, а может быть и нашей страны. В завершении показа отличившимся студентам были вручены сертификаты об окончании курса, а также благословенные архиерейские грамоты участникам съемок фильма о святом блаженном Андрее Симбирском. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.